комедийный. Сериал «Не личная жизнь» вышел в октябре 2022 года на телеканале ТНТ. Зрители увидели любимых многими актеров Елену Лядову, Максима Лагашкина, Антона Филипенко и других. Сериал, имеющий возрастные ограничения, понравился многим зрителям, хотя мнения разделились. Закончится ли история одним сезоном? Или будет продолжение? Производство проекта велось силами студии Comedy Club Production. Режиссером выступил Максим Пешков. Также в картине снялись Алексей Серебряков, Любовь Толкалина, Таисия Вилкова и другие. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Не личная жизнь» запланирована на осень 2023 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.